Программа IoT Vega Notifier – это универсальное приложение для получения уведомлений с оконечных устройств Vega Absolute, работающих по протоколу LoRaWAN. Программа легко устанавливается в несколько шагов. Переходим на сайт IoT Vega в раздел «Софт», ищем программу Notifier, нажимаем «Скачать», открывается GitHub с репозиторием IoT Notifier. Данная программа работает только под семейством операционных систем Linux. На странице есть инструкция, по которой мы будем действовать. Первым шагом установим Docker. Для этого вводим в терминале вот такую команду. И началась установка Docker. Ждем минут 5 и видим, что Docker успешно установился. Теперь вводим вторую команду и третью. На этом с докером мы закончили. Следующим шагом нужно запустить докер-контейнер IoT Vega Notifier. Копируем вот эту длинную команду, вставляем, начинает скачиваться докер-контейнер с GitHub. Снова ждем минут 5, пока докер-контейнер не запустится. Когда это случится, останется его только конфигурировать. Для этого заходим в нужный репозиторий и открываем файл config.ini. Здесь по разделам расположены настройки различных уведомлений. Для примера настроим голосовые уведомления на телефон. Первым делом нужно ввести адрес и пароль сервера, на который оконечное устройство отправляет данные. После этого спускаемся в раздел SIP и вводим настройки сервера голосовых уведомлений. Когда все настройки заполнены, сохраняем файл и вводим команду для перезапуска Notifier. Проверяем статус «Онлайн». Можно также просмотреть логи в реальном времени. Чтобы уведомления начали приходить на телефон, нужно также настроить устройство в программе IoT Vega Pulse. Авторизуемся в пульсе. Вводим в поиск нужное устройство и нажимаем значок редактирования. В настройках устройства нужно поставить галочку напротив пунктов «Уведомления о тревоге» и «Отправка голосовых сообщений по тревоге», после чего нужно ввести номер телефона, куда будут приходить уведомления и текст голосового сообщения. Не забываем нажать кнопку «Сохранить изменения». Посмотрим, как работает система оповещений на примере датчика вибрации. Датчик сработал, и уже через несколько секунд звонит телефон. Произошло потрясение. Пожалуйста, обратите внимание на кабинет 502. Хорошей вам связи и пока. У меня произошло потрясение. Пожалуйста, обратите внимание на кабинет 502. Хорошей вам связи и пока.